Госавтоинспекция Московской области информирует, что в период с 15 по 21 августа на территории региона проводится целенаправленное профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Этот опасный маневр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях, поэтому у инспекторов ДПС на особом контроле будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено.